Я хочу предоставить слово Надежде Карковец, директору департамента по агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Пожалуйста. Спасибо, Марат Ильинович, уважаемые участники круглого стола. Мне очень импонирует выступление вице-министра из Беларуси, из России. Все комментарии, которые на выступление делает вице-министр Казахстана, Марат Ильинович, поскольку я тот человек, которому вы все вот сейчас, 4 человека до меня, ну скажем, ставили задачи. А задачи Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии меня как директора, вчера было как раз месяц моей работы в должности директора департамента, как раз все то, о чем сегодня здесь говорится, свести во что-то единое. Возможно, единым, особенно на первом этапе, оно не получится. И тут Ганни Аримович 100% прав. Поэтому на самом деле есть какие-то, ну, во-первых, отправная точка в каждой стране. Объемы производства, уровень производства, интенсивность производства, эффективность производства и так далее, техническая база. Есть национальные приоритеты, есть национальные особенности и так далее, и так далее. Но, тем не менее, согласованная политика, она обязательно должна быть. И как раз Евразийская экономическая комиссия – это та площадка, где эта согласованная политика должна вырабатываться. Ганни Алимович, вы совершенно правы, когда говорите, что как бы мы тут пытаемся взяться за экспорт. Нет, экспорт – это одно из направлений согласованной агропромышленной политики, как, кстати, и все остальные. Понятное дело, что агропромышленная политика – это в первую очередь согласованные какие-то объемы производства. Естественно, что и на эти уже согласованные объемы производства очень много объективных и субъективных факторов есть, которые будут влиять, начиная с тех же самых природно-климатических условий, с количества выпадаемых осадков, с количества вносимых минеральных удобрений, и с самого состава, минерального состава почвы и так далее, и так далее. Поэтому, но согласованная политика однозначно должна быть, и наша задача, и мы это обязательно сделаем, как раз над этим мы сейчас трудимся. Есть другие департаменты Евразийской экономической комиссии, которые, скажем, уже тесно работают в рамках таможенного союза на 3 страны, например, уже сегодня однозначно, безоговорочно, на 3 страны разрабатываются технические регламенты. Сегодня 3 страны работают в рамках одинаковых таможенных пошлин. Сегодня результаты ветеринарных, фитосанитарных и санитарных служб одной страны признаются на территории 2 других стран и не требуется ничего дополнительного. Ну и так далее. То есть все то, к чему должен прийти и департамент агропромышленной политики. На самом деле мы сейчас формируем консультативные комитеты из представителей органов государственного управления 3 стран. Я уже побывала на переговорах во всех министерствах сельского хозяйства, всех 3 стран. Вот с Ильей Васильевичем будем думать, что мы сейчас переговорили по этому вопросу в том числе. И обсудили эти вопросы, чтобы вице-министры вошли в сельские хозяйства, возглавили эти консультативные комитеты с целью выработки на самом деле согласованной агропромышленной политики, которая все широчайший спектр вопросов должна включать. Конечно же, это будет напряженнейшая работа, работа не одного дня. Это и по производству, и по балансам спроса и предложения, по экспорту, импорту, ценовая политика, особенно при экспорте и как игроки на рынке 3 стран, налоговая политика, трудовые ресурсы, ученые обязательно центральные или ключевые позиции должны в этой связи занять, поскольку их мнение очень и очень важно, особенно там, где высокоэффективно, интенсивно ведется сельскохозяйственное производство. Поэтому обсуждение, сегодняшнее обсуждение как бы, позиции и выработка направления работы агропромышленного комплекса в рамках таможенного союза – это и очень, скажем, такая серьезная подпитка и меня как директора департамента агропромышленной политики, поскольку на самом деле площадка Евразийской экономической комиссии – это будет как раз та территория, на которой мы, я уверена, что мы выработаем согласованные решения. То, что касается сегодня сельскохозяйственных субсидий, документ уже принят,
И на самом деле там широчайшие возможности. Мы не видим, как, можно скажу еще от Республики Беларусь, поскольку еще месяц тому назад я первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Беларусь, курирующая как раз вопросы экономики и принимала самое непосредственное активное участие в разработке соглашения по сельскохозяйственным субсидиям. Республика Беларусь, мы не чувствуем себя ущемленными в этой связи, поскольку на самом деле уровень государственных субсидий, он достаточно широкий, достаточно высокий для Республики Беларусь. И если мы будем наращивать объемы производства, а мы неплохо в этой связи работаем, я имею в виду Республика Беларусь, поэтому мы понимали, на что шли, какое соглашение мы подписывали, просили наших депутатов его ратифицировать, документ согласованный, и мы работаем над выполнением этого документа. Кроме того, Республика Казахстан и Российская Федерация там имеют серьезный запас прочности по увеличению объема. Если Республике Беларусь стоит задача снижения государственных субсидий на прямых государственных субсидий, влияющих на взаимную торговлю, то как раз у Республики Казахстан и Российской Федерации диаметрально противоположная ситуация. У них есть серьезный люфт, где вы можете добавлять с целью увеличения эффективности и так далее, обеспечения получения производства. Возглавит все наш консультативный комитет, который я вас попрошу еще раз, уважаемые мои коллеги, руководители Министерства сельских хозяйств, возглавит этот наш консультативный комитет наш министр Сергей Сергеевич Сидорский, министр по промышленности и агропромышленному комплексу. И я думаю, что вот наша работа в дальнейшем позволит на самом деле согласовать все позиции и выработать, и решить все эти вопросы, которые поднимаются и задаются и участниками нашего круглого стола. И следующий этап будет нашей работы, это именно вот работа над проектом соглашения о согласованной агропромышленной политике. Учитывая то, что опыт работы серьезный в рамках комиссии Таможенного союза по выработке соглашений, мы понимаем, что без участия национальных правительств, без участия национальных органов государственного управления эту работу не поднять. Но видя активность вот этого направления, видя такое, ну скажем, заинтересованность, что ли, да, и для того, чтобы на самом деле выработать согласованную политику, я думаю, что у нас получится работа оперативная, активная и самое главное, производительная работа над этим документом, который поставит на законодательную базу все наши отношения. Работа по единым правилам и принципам, она должна уже сейчас продолжаться, должна сейчас вестись, я думаю, что в этом нет сомнения. Кроме того, когда Россия вступала во Всемирную торговую организацию, это было как раз в последние дни, последний месяц перед тем, как принимались соглашения по единому экономическому пространству. И мы уже тогда, вводили некоторые дополнения и изменения в наши соглашения, поскольку все документы, которые сейчас разрабатываются в рамках комиссии, Евразийской экономической комиссии, они разрабатываются на правилах и принципах ВТО. И это мы считаем, что это правильно, это нормально, поскольку все три страны с тем или с другим, с той или с другой эффективностью находятся в переговорном процессе по вступлению в ВТО. Вот Илья Васильевич называл, что Россия 17 лет этот процесс вела. Сколько я была в Министерстве сельского хозяйства Беларуси, столько я участвовала постоянно в заседаниях и сессиях Всемирной торговой организации от Республики Беларусь, да, и Казахстан, и Беларусь, мы тоже находимся в переговорном процессе и понимаем, что не сегодня, а завтра, и какое-то время пройдет, мы тоже будем членами Всемирной торговой организации. И поэтому сейчас лучше эти документы сделать один раз и правильно, чем потом пытаться вносить изменения, поскольку игроки мирового рынка или так называемые третьи страны, это наши тоже потенциальные потребители нашей продукции, которая будет поступать из таможенного союза, да, из таможенного союза. Поэтому и мы должны понимать, что присутствовать на рынке другой страны нужно знать, нужно уважать и выполнять законы той страны. Поэтому в этой связи участие России во Всемирной торговой организации, да,
накладывает некоторый отпечаток на наши торговые отношения в рамках таможенного союза. Но эти отношения понятны, эти отношения, то есть они обсуждаемые, они понятны, и я думаю, что будем работать и выполнять, и в том числе понимая участие России во Всемирной торговой организации. Кроме того, уже сегодня идут очень серьезные обращения, например, первое такое, да, соглашение, которое, предложение, которое поступило от Новой Зеландии. Вы знаете, что это очень и очень серьезный рынок, серьезный игрок на мировом рынке по экспорту молочной продукции. Новая Зеландия обратилась уже к таможенному союзу с проектом соглашения о зоне свободной торговли. Поэтому, видите, как третьи страны уже чувствуют и понимают вот эту организацию, вот это такое структурное объединение и наши, видимо, возможности. Понятное дело, что открыть сегодня отдельно зону свободной торговли на территории Беларуси для Новой Зеландии абсолютно никакого интереса не представляет, поскольку ключевая позиция в этом соглашении – это молоко и молочная продукция. А открыть сегодня рынки Казахстана и России на поставку молочной продукции без таможенных пошлин и НДС – это, конечно, то, что сегодня очень интересует Новую Зеландию. Вопрос обсуждаемый. Ну, то есть вопрос понятен, и он очень и очень серьезно обсуждается. И вот такие игроки, как Новая Зеландия, в вопросах поставки конкретного продукта, а я думаю, что эти ситуации будут повторяться и от других стран, и от африканских, азиатских стран и так далее, где бы они хотели иметь и понимать общие принципы, общие правила игры на рынке стран таможенного союза. Поэтому задачи понятные, пути решения понятные. И чем больше мы сегодня проблемных вопросов здесь поднимем, это все будет четче и понятнее, и быстрее, скажем, и правильнее построить нашу работу там, с тем, чтобы согласованная промышленная политика работала в ближайшее время. Спасибо.